Остался всего один день, чтобы сделать выбор. 14 февраля завершится рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году по программе формирования комфортной городской среды. Отдать предпочтение одной или нескольким площадкам можно на городском информационном портале Иваново.РФ. Пока в лидерах сквер Московский. На втором месте территория на улице Парижской коммуны между домами 11 и 13. На третьем – сквер воинов-интернационалистов. Правда, в сумме у 7 кандидатов на благоустройство сейчас 118% голосов. В городской администрации это объясняют возможностью проголосовать за несколько площадок, а не сбоем в системе или накруткой.